только что вскочил, как угорел и я. И вот едем за кофе сюда. О, кофемелка работает, ребят. Так, пойду я сбегаю за кофейком. Я на заправку. Взял пряничков. Погрызть дорогу так уж, чтобы было. Ну и увидел нашу волжаночку ульяновскую. Ее грех не взять. С утра вот что хорошо, вернее, наверное, я так думаю. Просто. Или так мнение у меня сложилось. Что с утра надо... Когда проснулся, сначала попить водички. Только потом все делать остальное. Не знаю, правильно, неправильно. Если кто знает, поправите. Но, по-моему, как-то мне почему-то в голове отложилось такое, что с утра раз, 0,5. И нормалек. Ну вот, ребята, я, конечно, еще и проспал. Всем уже это ясно, что на улице светло. Ну, на час я где-то, наверное, проспал, наверное, скорее всего, по-моему. Какой час? Мы во сколько приехали? В 3. Должен был встать в 6, а время в 8. Короче, ни хрена мы ничего не успеваем сделать. Так, у нас по пути какая-то заправочка. Где на цель? Где газ завести? Че, нету цели? А как туда попасть? Ладно, заедем, ребят, узнаем. Что-то заправка там. Мне не надо слов. Маршрут перестроим. Ой, как туда попасть? А, вот здесь поворот. А что газ, интересно? Просто думаю, дозаправиться. У нас где-то осталось 230 до Оренбурга, да? А, ну да. 230 где-то. Мы проехали 126. Так-то, в принципе-то, ни о чем. Но я не помню просто, почем газ в Оренбурге. В том регионе. Зулук, Оренбург. Через 100 метров. Поверни, между нами уже любовь. Маршрут перестроен. Через 200 метров. О, 21.50, ребят. Ну, можно заправиться, в принципе. Так. Можно заправиться. 21.50. Сейчас стекла заодно протру. Эти брызгалки замерзли. Так, переключаем бензин. Пойду добегу. Так. Заправились. Вернее, дозаправились. 27 литров у нас вошло. 27. Поверните на... Так, ребят, вижу кафешечку на горизонте, в которой я уже был не один раз. Надо забежать, чаечек взять сладенький. Так. Здесь я уже, по-моему, и кушал, да. Еду.
Чаечек взял. Потихонечку выезжаем с кафешечки. Сходил еще разочек, умылся, взбодрился. Так, здесь, конечно, что-то у нас тут уклон какой-то. Уклон нездоровый. Заезд, выезд. Давай вот так потихонечку. Сейчас там спросил у человека, где это Ивановка. То есть мы сейчас по объездной, получается, там справа по объездной, говорит, уйдешь, там разгрузишься, а потом, говорит, назад надо будет и по указателю на Уфу, говорит, и там пойдешь на Уфу, там будет налево, говорит, Камертау. Вот, сейчас стоял, разговаривал с ним. С Москвы до Оренбурга еле, говорит, ушел за 67 тысяч, говорит. Вообще ценники просто, говорит, нам копеечные. Что-то, ребят, у меня сцепление пропало. Сейчас шел, третью не могу открыть, кое-как воткнул. Так. Так, ручник. Надо посмотреть. Что-то неладное. Эх, блин. Пойдем глянем. Чего у нас тут? Так, перчатки надо взять. Не доехали мы 30 километров. Что-то у нас тут вообще кислик. А у нас-то жидкости-то и нету. Красота, блядь, зачем? Почему? Так, я перчатки одену. Как сделано, трубка цельная или трубка идет со шлангом. Так, главное, у нас пошел здесь. Так, здесь и здесь, да, получается, у нас идет вот эта трубка. Главное, она идет в шланг. Это раньше так делали. Так, надо вниз залезть, посмотреть. Сейчас откроем. Заодно посмотрим, что у нас там творится. Ребят, у нас оборвался ремень, перетерся.
Я думаю, сейчас хватит нам доехать-то. Вроде бы все целое. Ремень, конечно, мы запороли. Нормально. Так, нам картонку надо одну поискать. Снизу залезть. Картон-то у меня много. Посмотрим, где он течет. Ладно, заглянули. Сейчас бы клиент. Ну там ничего в принципе нету, но все равно. Так. До счетчика не достал до этого, до выключателя. А то я думал за него еще. Сейчас вспомнил, думаю, как бы его не разбило. Вот так, ребят. Так, это пускай так. Я думаю, все, он уже никуда не перетерло, блин. Ах ты, блин, а. Так, сейчас нам надо залезть посмотреть, что у нас снизу. Ларится с цилиндром, блин. Так. Так, у нас что здесь получается-то, блядь? Сейчас мы, наверное, ничего не увидим, да? Скорее всего, наверное. Залить жидкость, да? Обязательно, но у меня тут труба новая есть, но новая, не новая, надо свалить все равно. Сейчас тогда зальем жидкость. Так, видите, вакуумное какое, и не попадает ни грязь, ничего в него. Хорошие ящики. Сейчас зальем. Закачаем. Так, как нам лучше заливать. Туда не подлезешь так просто. Пробочкой заливать надо. Так. Эх, блин. Лишнего перелил. Так. Так. Хотя пробочки-то маленькие. Да, облился я конкретно весь ног.
Так. Уже 10-30 километров. Обрадующий завод «Газпром». Где газ перерабатывает? Газа нет рядом. «23 рубля газ». Ладно, это, ребят, сейчас вот развернулся в обратную сторону. Блин, смотрю, что-то это. Тащит он меня через город. Блин, смотрю, объездная есть. Что за ерунда? Дай-ка, думаю, на разворот. Ладно, далеко не уехал. Ну, пока-пока. Село Ивановка. Так, то куда здесь вот ехать? Центральная улица, справа в администрации, какая здесь администрация, что-то не понимаю, их лежачим. Что красный. Так. Что-то, ребят, не пойму, наверное, вот этот дом, да? О, 8-й. Посмотрим. Денежку получили сразу. Так, у нас теперь следующая разгрузочка. Пипец. Ребят, в Камертау приехали. Как по рельсам едешь. Вот встал вот. Мороз. Я вообще просто, я автоном уже включил. Короче, печка не справляется. Камертау. Так, ребят, дозвонились до клиента. Адрес. Адрес переиграли. Не Камертау. А поселок какой-то Свобода. Блин, навигатор возит. В том плане вариантов показывает вообще немерено. Вся этого. Весь телефон в этих фиолетовых ленточках. Если на машине надо ездить. На лыжах. Как здесь разъезжаться? Там ведь снизу кто-то и едет. Как я в нее поднимусь потом?
сразу капитал. Пытался подняться, короче. Вообще, прям просто не поднимается. Подъемы настолько крутые, но... Да, никому я не пожелаю вот такие вот рейсы. Блять, пипец, вот дорога здесь, но... Все, разгрузились, замерз как суслик, пальцы свело, ноги свело. О, жесть, ребята, жесть. Не ходите работать дальнобойщиком. Очень тяжелая работа. Замерз. Вон этот аппарат. Ну, вы его видели, мы его грузили. Самогонный. Но это я его так называю, самогонный. Это опрыскиватель. Ноги замерзли. Блин, как ехать назад сейчас? Я как вспомню эти... Ой. Блин, ноги замерзли. Руки замерзли. Просто жесть, ребята, жесть. Тапочки нагрел, хоть надо одеть, что ли. И автономка даже не помогает, да. 14 градусов поставил. Нет, тепло в кабине, базара нет. На улице у них минус 18, что ли, он сказал. Минус 18. Замерз вообще, прям. Руки вообще не слушаются. Зеркала все замерзли. Вот деревушка тут. Домики. Ну там тоже домик. Там он живет, получается. Она прямо. Ребят. Ой, господи, а. Бля, что у меня сцепление? Пиздец, что ли? Так. Так, 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 так. Опа. Так, теперь нам надо выбраться здесь. Вот вам Карлос Карл. Мы. Карлос Карл. Блин, фиг вы говоришь. Блин, так вообще, знаете, тут даже 4-3 этажечки стоят. Мы почти сделали это вместе. До конца маршрута осталось 200 метров. Так. Так, что мы, ребята, одеваемся, сейчас идем.
Так, мы поехали, сейчас отъедем чуть-чуть. Отъехать надо. Груз подняли. Чё? Всё, собирайся. Я тебе нужен еще? Нет. Я позвонил, сказал, что вы оплатили сегодня, наверное, если счет выставите. Счет сейчас выставится. Пускай выставляет, да. И оплатим. Да, окей? Да. Все, если ты здесь будешь, то выйду. Да, если давай. Ты не успеешь собрать. Да, 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 а то я друг это. Так. Перчатки оденем. Тебе надо, вижу, дай и пойду. Он не полезет туда, не полезет.